заключительный спарринг Кисловодского сбора прошу. Каково ваше первое впечатление об этой игре? Самое большое разочарование не в плане результата там и содержания игры. Я, в общем, без иллюзий был насчет, допустим, содержания игры. Вся проблема в том, что когда игрокам говорят, как надо играть, и есть поле диктует правила игры. В данном случае здесь сложно что-то было комбинировать, создать. Здесь надо играть просто, надежно. В обороне фланговая игра. Все дело наоборот. К сожалению, сложно перестроить от той игры, которая, в общем-то, прививалась, там короткий средний пас. Но это самое главное, если мы хотим что-то побеждать, это может быть основной фактор, это игровая дисциплина. Сегодня она, кстати, абсолютно нарушена по всем аспектам. Второй гол мы сами себе привезли, хотя я впервые сказал, мяч не вводится рукой, если вводится в свободную разряженную зону, чтобы не было сопротивления соперника, там атаки соперника. Мы привозим гол на ровном месте просто. Причем в перерыве застрял внимание. Идет длинный выбив, цепится за мяч, подбор, к сожалению. Ну, после игры мы на эту тему поговорили, что игровая дисциплина – это основа основ. Игровой дисциплины, футбол как получится, так, к сожалению, сложно что-то делать. Ну, думаю, это поражение сыграет такую хорошую службу в плане понимания тех принципов футбола, которые, в общем, существуют. Потому что я всегда говорил, что нельзя играть в одинаковый футбол в разных условиях. Будут и дожди, будут и, как говорится, снегопады когда-то там. Качество поля нам диктует очень правильно, к сожалению, так, но от этого тоже не пристроились. Александр Иванович, сбор в Кисловодске завершен. Он был всем известно посвящен закладыванию физического фундамента, да, в первую очередь. Вот насколько вы довольны тем, как прошел сбор? Удалось ли сделать все то, что хотели? Ну, в плане функциональном доволен, потому что и такое визуальное наблюдение, и медицинское, и параметры, что, в общем, достаточно хороший фундамент заложили. Естественно, я искусственно шел на то, понимаю, в общем, что здесь полей таких нет, где сочетать можно было и технику, и тактические взаимодействия, в общем, функциональную. Акцент был на функциональную подготовку, которая, как говорится, у нас следующий сбор в Турции, там будут хорошие поля, там уже можно технико-тактические действия отрабатывать уже. В плане тех задач, которые ставили перед командой, передо мной, подготовка функциональная, я думаю, что хорошо. Следующий этап подготовки в Турции, если можно, озвучить сроки и, может быть, если известно, какие-то спарят партнеры. Ну, сроки с 15 по 29, график игр мы дали, но пока у меня нет информации, с кем играем. Я думаю, что это будет известно в ближайшее время или там уже непосредственно в Турции. У нас немножко на день сдвинулся, и последняя игра там тоже на 28 у нас была игра, на 29 придется сдвинуться. А так 17, 20, 23, 28. Сбор игровой, где еще раз говорю, на фоне этой функциональной готовности шлифовать, корректировать технико-тактические взаимодействия, в общем-то, где-то стабилизировать. Состав понятно, стабилизирован, в общем, достаточно. Но еще раз говорю, что осадок остался в том, что люди плохо воспринимают те требования, которые, в общем-то, о чем говорят и как надо играть. В данном случае здесь на такой упрощенный футбол, но играть надо именно так, к сожалению. Мы сделали все наоборот.